Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляем комбайн Торум 740, 2014 год выпуска. В идеальном техническом состоянии, полностью обслужен и готов к работе. Заменены все фильтры, масла, жидкости, подшипники. Стоит новый двигатель, наработка 50 моточасов. Только поставили. Новая резина. Комбайн все время находился в одних руках у одного механизатора. Своевременное обслуживание. Только оригинальные запчасти. Новый низ. Рама полностью целая, без сварки. Задняя резина в порядке. Шикарное техническое состояние. Готов к сезону, к молотилке. Состояние жатки. Тоже все в порядке. Вот такой вот красавчик. Ищет себе новое хозяйство. Давайте посмотрим кабину. Кондиционер заправлен тоже. Готов к сезону. А тут как все чисто. Да. Порядочек. Порядочек, все целенькое, ровненько. Заводить будем? Да. Следом. Сейчас заведем и посмотрим. Заинтересовал? Приезжайте на осмотр. Всем хорошего дня. Пока.